Итак, начнем с первой посылочки. Да, такая вот она плоскенькая, тут ничего. Что же тут? Я ножницы не взяла, не взяла красивый ножик. Как всегда, придется некрасиво его открывать. Пробовал открывать маникюрными ножничками. Точнее, не маникюрными, а вот такой пилочкой. Подорву. Так, дырочка тут появилась. Раскрываем. Что у нас тут? Что-то такое. Боже! Я вам сейчас покажу вот это вот. Оно. Я не помню, сколько это стоило. Но я думаю, Радомиру очень-очень понравится. Он очень любит котеек. И здесь сейчас мы откроем. Это вот такой вот котик в коробочке должен быть. То есть сейчас мне надо будет сложить из этого коробочку, да? А этот котик, это вот записные листочки для бумажечки, то есть как наклеечки. Но мне кажется, Радомиру это очень-очень понравится. Сейчас только нужно его правильно скрутить. Интересно, тут инструкция есть, как складывать? О, инструкция, как складывается, здесь есть. Поэтому можно все сложить. И будет клевый котеночек. Сейчас я попробую его сложить по инструкции. Так, надо его вот так вот положить, чтобы было видно. Потом, первым делом, мы загинаем вот эту штучку. Ой, знаете, вот это вот второе, а вот это вот третье. То есть сначала загнула одну штучку, это а что здесь сделать, я вообще не понимаю. Так, попробуем. Ага, квадратик, что ли, сразу? Вот так вот мы его взяли. А, вот так вот, наверное, вот так ты его загибаешь и вот так сюда. И тут параллельно коробочка снутри. Нет, коробочка снаружи должна быть исписана. Но в любом случае котик будет вот... О, похоже у меня... О, вот так вот он, наверное, должен быть. Что-то я совсем не понимаю, что мне с ним делать. Как мне с ним быть? Как же быть? Как быть? Так вот, тут я зафиксировала одна штучка внутри. Так, нет, эти открыли. А, тут еще что-то клеится, подождите. Оно что-то должно... Вот потом вот это вот очень такая интересная картинка. Это тоже клеится прям как будто бы. 1, 2, 3, когда я переверну. Так, ну котик у меня должен... Вот так вот быть. И вот так вот я ее заворачиваю. Вот так вот я тут вставляю вот этого котика. Вот. То есть, смотрите. Похоже вот это вот то, что у меня получилось с номером 3. Вроде бы похоже. Теперь мне надо на номере 4, на вот этом, вот что-то тут внизу сделать. Ну, похоже, 1. Ну, короче, 1, 2, 3 я сложила, но оно все равно все распадается. Я думаю, это надо клеем делать. Или этот котик должен выпрыгивать, я не понимаю. Может быть, он должен... Сейчас попробуем еще раз. Вот так. 1, 2, 3. А теперь как будто бы котика мы сюда сворачиваем. Боже, оно все распадается, это вообще нереально. И потом закрываем. Короче, я это склею и дам сыночку вот таким вот видом. Вот такого вот вида дам ему, наверное, вот тут вот даже. Соединю. И дам ему вот тут вот соединю, вот тут вот склею. И дам ему вот такую вот коробочку, наверное, просто-напросто склеенную. Вот. То есть вот такую вот коробочку, я думаю, я склею. И дам ему вот такого котенка, и он будет вот так вот тут отрывать вот такие вот липучечки и клеить маме. Вот. Вот такие вот прикольный котик. Ну, прикольный, только если бы оно еще было как-то понятно с инструкцией.
привет. Ты что, яблоко уронил? Что ты делаешь? За яблоком. За яблоком полез? Оно далеко укатилось. Вон оно куда укатилось. А у меня для тебя есть что-то. Смотри, что у меня для тебя есть. Что это? Что это? Ну, мама, скажи. Котеечка, видишь? Наклеечки с котеечкой такие, видишь, как записная книжечка. Одну можешь оторвать и приклеить куда-то. Только не все отрывай сразу, а по одной штучке, да. А куда? Ну, не знаю, куда тебе надо. Можешь на ручку приклеить. Сюда. А ты сюда приклеишь? Отлично. Нравится тебе такой подарок? Ну, отлично.